Хорошие тротуары, по которым можно гулять в любую погоду – мечта многих жителей Видного. Администрация муниципалитета делает все возможное, чтобы воплотить ее в жизнь. И каждый год в городе растет количество и протяженность обустроенных пешеходных зон. В настоящий момент у нас проведены работы по улице Советская, по Советскому проезду и по ПЛК. То есть там заменили сам тротуар, сделали озеленение, то есть новые, и заменили парапетное ограждение дорожного полотна между тротуаром и дорогой. Сейчас активно ведутся работы на улицах Школьная и Донбасская. Здесь проходит комплексный ремонт дороги. Обустраивают не только тротуары, также будет заасфальтирована проезжая часть. Мы постоянно работаем с жителями, с депутатами, с рабочими группами. Однозначно есть много вопросов. В частности, по улице Школьной вставал вопрос по замене лип. Жители в свое время высаживали там липы. И сейчас, ну, многие из них до этого уже там погибли, была компенсационная высадка. Сейчас при комплексном благоустройстве, при изменении вообще концепции улицы Школьная, то есть также будет произведена высадка туй вместо лип. Стоит отметить, что все ремонтные работы на Школьной улице сотрудники МБУ Дорсервис планируют завершить через 3 недели. Ежегодно выделяются финансовые средства на ремонт тротуаров, на комплексное благоустройство дворовых территорий и на замену асфальтного покрытия. Но в этом году объемы на самом деле колоссальные. Спасибо за поддержку, в первую очередь, муниципалитету и области, за то, что столько полезного мы смогли сделать для города. Всего от Школьной улицы до Расторгуевского тоннеля приведут в порядок около 2000 метров дорожного полотна. Ремонтные работы по замене асфальта и тротуаров в округе будут завершены к концу октября. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.